«Быть, а не казаться – удел сильных». Личностей, которые добиваются успеха и воплощают то, во что верят. Секрет успеха любого начинания в энтузиастах. Для эффективного результата, которому рукоплещут трибуны, нужно долго и много трудиться. И что в спорте важна не только удача, это дело шанса, а целеустремленная работа на результат. На короткий миг футбольного триумфа приходится десятилетия изнурительного труда, профессионального отношения к делу, которому ты посвятил свою жизнь и которая, став работой, не перестала дарить ощущение счастья. Владислав Гельзин счастлив вдвойне. Он занимается любимым делом сразу в двух ипостасях. Как президент руководит своим детищем, развивает его и живет делами всех и каждого в клубе. И как игрок, выходя на поле вместе с воспитанниками на равных, без скидок на занятость в другой работе, защищает цвета клуба. Я президент на работе. На футбольном поле я такой же игрок, как и они. Результат для клуба – его воспитанники. А для команды ее главного тренера – турнирные места. От наставника зависит все. Не только текущие результаты, но и микроклимат в команде, перспективы развития ее игроков. Для Игоря Петрова, великолепного полузащитника «Шахтера», первого капитана сборной Украины, «Олимпик» стал вторым домом. А его сердце, сердце тренера, бьется в унисон с командой. Известнейший в нашей стране футболист, человек, который был и обладателем Кубка Союза, Суперкубка Союза, Кубок Украины сезона 94-95. Сейчас, как помню, с Днепром, и он еще и гол забил тогда. В свое время выступал за сборную Союза. Молодежную выступал. Ну, я не говорил бы о процентном соотношении между тренерами и все остальными составляющими клуба. Я сказал бы так. Президент, главный тренер, команда, тренеры, массажисты. Вот они все. 100%. У кого какой удельный вес, не говорим об этом. Но уверен в том, что результат, а выход именно из второй в первую лигу, весомый вклад именно Игоря Петрова. Главный тренер Игорь Петров, который как футболист рос на моих глазах. В Донецке он был прекрасным футболистом. Вот, и работал тренером в «Шахтере». И сегодня возглавляет «Олимпик». И я считаю, что это успех. Игорь Петров создает команду. Он не боится экспериментировать, искать, мечтать, потому что ощущает абсолютную поддержку. И знает, на что способны его ребята, на что способен «Олимпик». Есть задача, будем стараться выходить в премьер-лигу, поэтому ничего невозможного нет. Команда – это единое целое. Такова непреложная футбольная истина. В командном спорте чувство плеча партнера, микроклимат внутри коллектива влияет на результаты не меньше, а то и больше физических кондиций или таланта игроков. Футбольный клуб «Олимпик» — не просто слаженный, набирающий обороты механизм. Это семья, где каждый уверен не только в себе, но и в партнере. И даже самые маленькие олимпийцы могут поименно перечислить всех в старшей команде. Основное я всех знаю. Миша, Ростик, Рома, Саша, Жека, еще один Женя и остальные. Быть капитаном значит нести двойную ответственность и за себя, и за партнеров. Суметь повести за собой, увлечь личным примером. Роман Санжар – один из тех, кто играет в «Олимпике» с момента образования команды. За его капитанскими плечами 176 матчей в футболке донецкой команды. Больше Романа за клуб не сыграл никто. Его соратник Алексей Змеевский в свои 26 – один из старожилов.
Алексей первым в футболке взрослого олимпика разменял сотню матчей. Он видел, как проходило становление команды, как формировался ее стиль, к чему она стремится. Как и в стратегии развития клуба, в игровых схемах «Олимпик» стремится к современным новаторским тенденциям. И президент клуба, и тренеры всегда были сторонниками атакующего футбола. Наша команда старается держать мяч, играем в короткий пас низом. В современный футбол мы, даже могу прямо сказать, ориентируемся на лучшие команды мировые. «Барселона» – команда, на которую нужно равняться. Победы и блистательные голы – как верхушка айсберга. Кто стоит за ней? Люди, преданные своему делу и отдающие себя профессии до конца. Наставники, увлеченные футболом не меньше, а может и больше, чем их воспитанники, которые на собственном опыте узнали цену побед и спортивные уроки смогли применить в деле создания и развития фонда. Сегодня костяк главной команды составляют уже собственные воспитанники «Олимпика». На подходе юные таланты, успевшие заявить о себе в серьезных состязаниях. Все эти люди хорошо как-то совмещают и подготовку талантов, и в то же время команда, профессиональная команда мастеров, которая с каждым годом все время повышает свои результаты. И что не менее важно, что уже ряд воспитанников «Олимпика» играет уже в большом футболе. Но я надеюсь, они играют в том футболе, в который в конце концов будет играть и «Олимпик». И наверняка и мы хотим, все тончане, я там, слушай, желал бы этой команде и детским командам успеха, развития на благо нашего донецкого футбола. Успехи ждут тех, кто умеет работать. Тех, кто с настоящим спортивным упорством создавал футбольный клуб «Олимпик». Тех, кто работает с подрастающим поколением. Тех, кто относится к одному из самых популярных видов спорта не как к просто увлекательному занятию, а делу жизни. «Олимпик» – наша команда. Я люблю свою команду «Олимпик». «Олимпик» – мой клуб. «Олимпик» – это мой клуб. «Олимпик» – это моя любимая команда. Да, «Олимпик» – это мой клуб. Это мой клуб навсегда останется в моем сердце. «Олимпик» – мой клуб. «Олимпик» – моя команда. Клуб «Олимпик» – это мой клуб.